Всем привет, с вами Dart Color Pool. Давненько я не выкладывал видосов, где я не рассуждал на тему жизни. И сегодня бы хотел бы поговорить о таком явлении, как притворство. На меднях в сердце моем наконец-то проснулось добро, что-то оттаяло. И я решил помириться со своей некогда бывшей девушкой. Я думал, что все будет хорошо. Я позвонил раз, позвонил два, три. На четвертый раз она сняла трубку и говорит: «Чё тебе?» И сбросила. Я хотел с ней поговорить, что я с миром пришел, я хочу помириться и все такое. Но, естественно, меня постигло большое разочарование. Я вновь ожесточился, вновь проснулся холод. Но холод это был, скорее всего, одноразовый. И написал ей смс-ку о том, что все, что я с ней когда-то имел, это дружба, любовь, была ошибкой. И все. После этого мне стало легче. Понимаете, когда вы идете к человеку от чистого сердца, и когда у него все хорошо, ему лишнее не нужно. А вас постигнет глубочайшее разочарование. Понимаете, когда вы идете с добрым сердцем, а кому-то мириться, наконец-то осознали это, хотите просто дружить, общаться. Но когда у человека все хорошо, есть деньги, есть семья. Лишнее ни к чему. Лишнее ни к чему. Поэтому, когда у них все хорошо, вы им не нужны. А вот когда у них все плохо, они тянутся ко всем, с кем когда-то были в ссоре, и даже к вам.